В администрации Каспийска по инициативе председателя правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось рабочее совещание главы города Бориса Гонцова с директором филиала ПАО сети «Северный Кавказ Дагэнерго» Магомед Хабибом Мухумаевым, начальником махачкалинских городских электросетей Магомед Шапи Шапиевым, а также представителями профильных ведомств. Поводом для встречи стал вопрос реконструкции 4 понизительных станций. Вместе с тем активными темпами растет потребление энергетических ресурсов и нагрузка на трансформаторные подстанции. Мы сегодня такое рабочее совещание проведем, где определим приоритетные пути движения, развития города и как, по каким, какими способами мы будем достигать более устойчивого развития, значит, электросетевого хозяйства в городе. В рамках встречи был рассмотрен план перспективного развития, а также возведение новых источников питания и модернизации существующих. Участники встречи обсудили технические рекомендации специалистов по формированию земельных участков для возведения новых понизительных станций и дальнейшего наращивания электросетевого хозяйства города с учетом перспектив развития новых микрорайонов. Представители Дагэнерго отметили, что рассматривают возможность строительства дополнительной подстанции на территории ТЭЦ. Также запланировано увеличение мощности фидеров, центра питания, очистные сооружения.